Здравствуйте, дорогие друзья! Я обращаюсь к вам со словами поддержки замечательного проекта книги Ирины Лиленко, которая называется «Любовь по имени работа». Я сам в числе других, как мне кажется, достойных людей принял участие в составлении этой книги, давал Ирине пространное интервью. И думаю, что книжка получится очень интересной, познавательной, а самое главное, полезной. В первую очередь для тех людей, которые заканчивают учиться, ну, там, учиться, например, в средней школе, и задумываются о выборе будущей профессии, вообще работы, своего места в жизни. Ну и, наверное, она будет интересна для тех людей, которые учат, потому что мнение людей, которые вот высказались в этой книге, которые нашли свое место в жизни, нашли свою любовь по имени работа, будет полезным и интересным. Так что, друзья дорогие, давайте поучаствуем в сборе средств и издадим совместно книгу Ирины Лиленко «Любовь по имени работа».